В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить замечательное блюдо, а именно макароны с мясом и овощами на сковороде. Блюдо получается вкусным, сочным и сытным. Оно хорошо тем, что в нем сразу же готовится гарнир, мясо и соус. Сначала нарезаем мясо небольшими кусочками. У меня 250 грамм свинины. Далее нарезаем одну луковицу, морковь трем на крупной терке. На раскаленную сковороду кладем мясо, жарим минут 5-7. Затем добавляем лук и морковь. Перемешиваем и жарим еще минут 5. Добавляем соль, лимонный перец, 1 столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 3 минуты. Далее всыпаем 300 грамм макарон. Заливаем горячей водой примерно 600 миллилитров. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 15 минут, периодически помешивая. Получилось полноценное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Оно ароматное, вкусное, сытное и, несомненно, будет по вкусу абсолютно всем. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!